Здравствуйте! Мы снова в Биоквантуме. Сегодня мы расскажем и покажем вам, как приготовить антисептик для рук в домашних условиях. Что нам для этого нужно? Нам нужна вода, спирт, глицерин и эфирное масло. Мы берем любой пузыречек с распылителем и смешиваем воду со спиртом в соотношении 1,5:1. Также добавляем несколько капель глицерина и 10 капель эфирного масла. Антисептик готов. При отсутствии необходимых компонентов мы можем использовать водный раствор хлоргексидина, который обладает необходимыми обеззараживающими свойствами. Thank you.